Так, Мишенька замер. Я не знаю, как лучше. Но мы идем сюда. А вырви, я первый раз здесь. Я сам второй раз по рекомендациям. Вот пробовал, ходил на рыбалку, там и устье уменьшилось. Вот, ну, пейзажи очень красивые, чудотворные. Это вам где-то вот вниз по дорожке спуститься и спросите пляж Магадан. Это Магадан. Раз, вот вырва Магадан, так он называется. Так, пожелайте запорожцам, которые не были на вырве. Желаю запорожцам здесь побывать, вот, получат очень много впечатлений хороших, вот, и вообще это очень хорошая культурная историческая зона. Если не секрет, откуда вы приехали? Я сам из Запорожья, просто, вы не поверите. Ну вы такой же самый, как и я. Вы не поверите, живу в центральной части города, да. Я на космосе. Да, поэтому вот, оно всегда так бывает, знаете, кто живет возле моря, очень редко когда купается, точно так же. Так, здоровья, у вас приятный голос, если у меня был бы такой, я мог бы быть диктором. Спасибо. Вот так, ребята. Пока я тут сижу, разговариваю, люди делают себе завтрак, это у вас будет, или обед? Не-не-не, мужчина, обед. Перекус. У меня мужчина приезжает, знакомый, в Дубовую рощу, к этому Кричному порту, и ловит себе на завтрак. Ой, блин. Они не хотят на завтрак или на обед. А придется. А я не знаю, а как они там говорят в Германии? В Германии надо ходить с молотком на рыбалку, блин. С молотком. Если бы без молотка пришли. Ну так, я не знаю, я не был в Германии. Но так пишут. Гуманный, блин. А у меня мужчина говорил, что я хожу на рыбалку со сковородкой. Если большая рыба и не влазит на сковородку, я выпускаю. Обалдеть. Так, пожелайте запорожским рыбакам здоровья. Запорожским рыбакам здоровья. Еще чего? Вы останетесь живы. Удачи. Вы не шофер? Шофер. Да. Приближается, по-моему, день водителя. Это в октябре? Или в октябре? Не знаю, не помню, правда. Первое. Последнее. Нет, последнее было. Я ходил к машине. Октября. Так, здоровья шоферам тоже. Ни гвоздя, ни жезла. Вам здоровья. Ваш спасибо. Кадр, который ждет вас впереди. Что бы вы хотели заснять? Пейзаж? Лебедей летящих? Нет, тут такого нет. Я заснял, я могу гордиться. Я на песках заснял 8 штук. Я журавля снял. Очень красивый журавль. В пойме хортится. А, это надо спуститься вниз. Да. Не знаю, какой... Кого вы хотите? Вы природу все-таки. Конечно. А людей? Обойдутся? Да. Обойдутся. То люди, они и так красивые. Природу надо... Это надо искать. Ну вы меня извините, как они говорят, надо вставать пораньше. Ваше любимое время съемки. Это же говорят, до 12 часов нельзя уже снимать. После 12. Ну... Плохому фотографу обязательно что-то мешает. Понятно. Я сегодня время съем. Пожелайте запорожцам. Перемоги над ворогами. Дякую. А вам великолепного. На пленку, а вот на пленку ваша любимая. Помню, черно-белая? Ну, не, кольоровая. Я уже кольоровая. Обалдеть. Спектрозон у вас был? Не было. Кодек профессионал, пленка тельки и все. Нет, я имею в виду, вы сами снимали и печатали? Я сам снимал, но цветную печать в лаборатории. Так, здоровья, удачи, я не знаю. Дякую. Дякую. Я не знаю, как вы участвовали в соревнованиях? А где, в каких, в Кривом Рогу, а возле нашей партизанской балки? Нет, это же соревнования по мотокроссу. Да. У нас на мотокросс. А что это? Ну, хард-эндуро. А это значит, прыгаете там, красивые делаете? Не, проезжаем там, где пройти тяжело, тяжко. Это на выживание практически? Ну, типа да, как джипари. Ага. Выигрывали, призы брали? Было дело, да. А что запомнилось из этих соревнований? Львив. Гонка Бэкстрит Родео. В каком году? В 19-м году я первое место занял. Ну, мне повезло, честно. В классе Лайт, да. А кто вас привел в этот спорт? Бабушка, мама или папа? Или... Это не само собой получилось. Ну, как сказать.
Сейчас хлопцы подъедут, я же не один катаюсь. А-а-а. Отстали, зараз чекаю. Я подожду. А байкеры, как вы к ним относитесь? Байкерам? А никак, мы же не ездим по дорогам в общественного пользования. Только там, где продев... Только, как он говорил, Максим на пузе проползет. Да. Типа да, этого. Как Максим перепилит. Пожелайте запорожцам самое главное. Самое главное – перемога. Перемога. Тільки перемога. И ніяк по-другому. Дякую вам. Ну, я не знаю. Найдите Мишу Потапенко и похвалите. Получается, вам не надо говорить хороших дорог, вам надо говорить плохих дорог. Да, навпаки. Побільше вам поганих дорог, короче, чтобы мы там... Ну, это вы найдете. Я иду за вами, хорошо? Добре. Дякую. Ну, так, я... а вы напишите тех, мотопиздячки. Меня, не-не-не, меня заблокируют, напишут, что... Не-не-не, я... Понял, я, не, я не хочу нарушать законов. Тогда пишите там, якось там, вырва... Вырва, я первый раз на вырве. До... О, ну так... Для меня это дебют. Эндуро ЗП. Так. И как вам? Еду, что цікаво, вы там же ходили? Я дошел... По скелям там. По скелям я там упал чуть-чуть. О, как-то ого, вот, не, ну я не знаю, у вас... Вы не пропадете? Нет, точно. А вы ручаете друг друга? Звичайно. Але тільки коли критична ситуація, бо так треба, щоб... А матюкатися можна? Ні, мене ви... Треба трошки постраждати, а от коли вже не можеш, тоді можна кликати на допомогу. Дякую. Один за всех, як там? Один да, за... да. Еще, там еще нет, там не едут.